Прибыли мы на очередное поле. Натезуха будет сейчас пахать целину. Там вот за мелкачом. Я на сороковке. Ух ты, даже не идет. О как, тяжело ему. Я буду пахать вот это поле. Прошлый год мы его пахали. Здесь соток, наверное, 15-20. Там соточек 10 выйдет. Объемы нам в этом году нужны. Нужно нам 1,2-1,5 гектара посеять. Лабаз. Пацаны где-то у нас на УАЗиках потерялись. На другое, что ли, поле уехали. Сеем мы нынче овес, горох и картоху. Картоха прошлый год очень хорошо показала себя. В прошлом году картошку мы посеяли, у нас кабан сразу прибежал на нее. Прям вот столько выросло, я всю вырыл. Будем картошку сеять, овес, как обычно, и еще горох у нас множество будет. Посмотрим осенью, какой будет результат. Ну, Андрюха, он пашет, что-то буксует, погнал я тоже пахать. Поле запахано, мужики сеют. Картошку подсаживали под плуг. Сейчас зернышки раскидывают. Туда пропахали. Трактористы пошли на перекур. Ну что, Андрюха, как пахалось? Нормально. Хорошо идет? Кто с тазиком, кто с ведром. Сейчас зацепим деревья и будем ими забаранивать зерно. Чтобы тщательное зерно присыпать землей, Серега сейчас будет баранить деревьями. Загладит, заровняет. Зерно будет. Ух, колхозники завидовать будут. Удобрение. Молодые у нас будущие охотники тоже на подмоге. Ну и поедем дальше. Засадили МТЗ. Ладно, на двух тракторах там Денчик сейчас должен выдернуть. Ну, вода сразу встает. Тут он в поле. Кабанчики поели. Сюда зайдут сразу. Попьют он. Вода образуется. Все, ништяк, бат. Лобознюк.
кто сидеть-то будет, надо ремонтировать, либо вообще новый строить, херня-то, и лабазы, Дениска, сотвори чудо! Так, чуда не будет! Ползет тихоньку-то! Первую включи хотя бы! Погодь! Блядь, чуть-чуть не хватило! Коробка в дыбы прет. Овес посеяли, картошку решили потом уже закопать. Снимать картошку не сильно. Угу. Я чтобы под плуг садить, да? И вот там еще
Первое поле запахали, второе запахали. Сейчас поедем на остальные. Перекуривают пацаны уже.